Спать будем. Да, все, друзья, разбираемся, что входит у нас в zip-комплект для нового Беларусь 1222.3. Как раз возник вопрос у нас от клиента, который оплатил данный трактор. Что мы ему предоставим в зипе? Предполагаем, что там у нас находятся фильтра. Нас интересует в большей степени, какой хвостовик для ВОМа кладет завод, потому что трактор будет использоваться для расчистки с мульчером. Еще барабанная дробь. Да, барабанная дробь. У нас хвостовик сейчас на тракторе установлен 21 шлиц. Это одежда. Это одежда? Да, видимо, да. А мы ее будем отдавать? Все запаковано. Мы ее отдадим, конечно, мы честные люди. Что там такое за одежда? Костюм мужской. Костюм мужской? Такой идет костюм в комплекте с 2022. И тут помимо того, что костюм, он еще упакован в такой сумке. А какого размера белорусы кладут мужской костюм? Слушай, ну не знаю. В большие трактора больших размеров клали. Не написано. Не написано. Ну ладно, да. Костюм, одна штука. Костюм, сумка. Костюм плюс сумка. Далее у нас что идет? У нас тут идет фильтр ремень, прокладка. Фильтр, ремень, прокладка, хорошо. Прокладка, да. Здесь у нас идет прокладка колпака, ремень зубчатый, элемент фильтрующий. Хорошо, с этим разобрались. Блин, ну не ожидал я, конечно, что сумка и костюм. Ну, значит, что-то идет. Мы положили. Да, да. Значит, хвостовика нету. Ну. Так, два фильтра у нас еще идет. Так, два фильтра. Да. Хорошо. Так. Дальше у нас идет. Ну пока, кстати, все так достаточно стандартно, кроме костюма. Запасные колесные гайки идут. И ответные части гидравлических соединений. Это идет у нас, получается, папа. Так, блин. Вот. Ага. У нас идет 1, 2, 3, 4, 5 пап и запасные гайки на переднюю ось и на заднюю. Так, хорошо. Далее. На самом дне у нас лежит книга. Руководство по эксплуатации, да? Книга, да. И что-то еще. И баллонный ключ 2732. Для замены колесных гаек. Баллонник, все. Все. Так, хвостовика у нас, соответственно, нету. Так. Ну вот, данная комплектация ZIP, если кого-то интересует. Ну, самое основное, наверное, классное, это костюм, да? Ну, интересно, да. Да, костюм. А блин, жалко отдавать, конечно, но... Тут без вариантов. Сумка и костюм. Костюм мужской и сумка. Ага. Так, все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока.